не понимаю, где. Я влево убежал, на второй этаж я залезу, посмотрю. Где-то на перронах, чуть правее от перрона. Вот где-то от самого крайнего перрона. Бот ругается внутри ВГС. Так, и на перепрыжке. Перепрыгиваю. Трупы перед входом в ВГС с нашей стороны. Это решалские мертвые все. Движение не вижу на втором никого. Пробуем. На первом, на первом, на первом. Я второй этаж видел. Ты на первом, да? Нет, нет, нет. А, еще... чел на первом, поднимается на второй. Понял. Он убил бота. Он убил бота, подожди. Умри, гад. Пикает. По ногам убил, убил. Хорош, ой-ой-ой, я ему весь магазин ББшек разрядил. Не убил, еще кто-то. С какой стороны? Со своей стороны не вижу никакого движения. Где-то внутри. Может быть, в темной комнате, знаешь, которая у тебя прям за стеной. Да, возможно. Сейчас я подойду, распекаем его, подожди. Пойду, дальше пойду на туалет и попробую. Со стороны туалета. Еще хая? Куда он кидает их? На второй, да, хая. Не понимаю, где он. Еще на вторую хае, на правую. Так, ты на туалетах? Он на первом. Меня контролит, этот вход, на котором ты был. Понял. А где именно он? В еде. Знаешь, вход в комнату с едой. Понял. Сбоку зайди, его убьешь. Все. Отвалилась. Забайте его. Делаешь что-нибудь? Байчу. Так, комнату смотрю, не вижу. На гранате был последний раз. Вижу его. Стой, гад. О, все, убил. Ты его убил. Ты на третий. Второй этаж. Уди. Хорош. Лучше. Комнату взял с едой. Берись. Я вдалеке сижу. Живи. Отступлю чуть-чуть, похилюсь. Красный. Добро. Сумки, наверное, у них у кого-нибудь. А, вот он лежит. Не, даже его не трогали. Тёмку проверял? Чисто. Да, нормально. Ой, бляха. Свернул игру. Так, что, мы сразу тогда на выход? Да, сейчас я подлутаю, что тут у них. Прикинь, что там было чик, хаешка, и потом она бросилась. Он вообще не слышал ее, скорее всего. Тихо. Кто-то бегает. Двое. Секретки. В нашу сторону. Челоботы. Убил обоих. Бегут, блин, лутаться чайки. Так, ну надо все. Надо быстрее, потому что сейчас они... Ну...
Одного убил. Спина, вышел. Вижу. Справа пойду обходить забор. Так дождь идет. Все звуки съедает. Это еще? Слышу, слышу, подхожу. Держись. Он меня убил. Бляха, мух. Где ты был, за мусорками где-то? Да. За угловыми? Нет, я на его трубе был там. Понял. Блять, а чел-то где? А, это чел, что ли, был все это время? А их двое! Я вижу, как прицел, понимаешь, вокруг силуэт его вот так вот. Обводит его силуэт. Кто это, блядь, чевок, что ли? Или рейдер все-таки? Чевок, блядь. Ну давай. Хера, она улетела далеко. А? У меня ган забаговался, что ли? У меня ган забаговался, чат.
Вот такое, когда происходит, и вы стреляетесь с чуваком, и не можете его победить, и думаете, блядь. Серцер, забань нахуй этого долбоеба, ожидайте. И вы думаете, блядь, я же по нему столько попал, но почему-то не убил. Пожалуйста, нихуя не слышно вас. Какой карч? Я сейчас занят, я кушать собираюсь. До свидания. Всего хорошего, блядь. Еще раз позвонишь, глаза твои потом выйдут, слышишь? Ган, магазины, бронеразгруз. Или это вражеский бронеразгруз. Короче, я тебе вынесу его. Наушники возьми себе и сумку. Я чё-то он говорю. Это вот и в данный момент они вот сейчас находятся на мероприятии и рекламят свою игру. Вторую, блядь. А у них в первой вот такое происходит. По нам. Не понял, откуда. Понял. Второй этаж, справа. Что ли? Нет, он за скелетом сидел. Да-да-да-да, справа-справа. А, звуки, это просто Сорвал, кажись, еще одного. Блин, у меня бейсбол закончился нормальный. Придется этой говной мазаться. Там еще один жив. Пустак, что ли? Так, минус 4 есть. Эй! Герцер! Забань нахуй этого долбоеба! Ожидайте! Да, троих убил или четверых. Сейчас похилюсь.
Ну, вот это по мне. Ты чё тут бегаешь, бля? На ГСе? Или на старый кто-то? На старый, да? Кирпич. Так, мутант. На всякой херне. Даже брать, наверное, не буду его. Ну вот генку бы, конечно, я бы взял. Блин, ну у него патроны заряжены через один. Я даже брать такую гадость не буду. Ну это кошмар. О, а вот это наш выбор. Вот это я понимаю, блин. Хотя он поломанный. 86. Я, наверное, вот так просто возьму. И пойдет. Ё-моё. Ё-моё. Это челобот, кажется, передо мной бегает. Сто 28 килограмм. Пойдет. Как там, кстати, у меня грина так интересно туда отлетела, что я чувака взорвал на углу. Ведь она, видимо, она об балку ударилась и налево полетела рикошетом. А пятый чел реально, мне кажется, с ними был. Иначе зачем он там притаился, непонятно. Ну да, видите, F1 залетела. Медичка открыта, дверь. О! Глушено СКС в АГСке. Да, чебок в ГСе. С правой стороны. Убил. Он стрелял кому-то медичку. Блин, чё? Рейдер по мне. Второй, там же чевок на втором этаже. Убил. Еще есть на втором этаже слева. Убил. Вижу, вижу, вижу. Хорош, хорош. Ой, блядь, и рейдер меня убил. Сука. Я упал под большую стройку. Вниз. Ох. Куда он мне попал? Я же в маске. А, в челюсть. Ни хрена. Сколько раз ты мне попал в челюсть. Потанчик. А, БС, ёпт, да ладно. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.